Итак, самое время начать говорить о новых модах, потихоньку разбирая билды, которые составляет сообщество. Я довольно редко уделял этому внимание на канале, но постараюсь исправиться, поскольку в этом сезоне завезли сразу охапку интересных модов, которые используют механики модов прошлых сезонов, таких как, например, сезон «Рассвет». Помнится, я рассказывал о модах с зарядами света в самом конце сезона «Рассвет», и тогда очень умные стражи написали, что я, мол, поздно о них заговорил. Но пропустили мимо ушей инфу о том, что эти моды непременно понадобятся нам в будущем и будут работать с обновленным пулом. Что ж, пора расчехлять те самые моды, поскольку сегодняшний билд позволит вам бесконечно получать тяжелые патроны в любой PvE активности. Меня зовут Джонни Лейни, и я рад, что ты снова на канале Triple Vibe. Давай разбираться. В этом сезоне прибытия вы можете покупать новые моды у призма-преобразователя Скитальца. Они обновляются ежедневно, и вот сегодня нас интересует как раз один из них – преобразователь энергии. Тут он сейчас залочен на 15 уровень преобразователя, однако я его успел хватануть, когда он был в ротации в первом слоте. Кроме этого мода, нам понадобится разблокированный мод «Тяжелый добивающий прием» из артефакта этого сезона – «Семени древа серебряных крыльев». Использование добивающего приема генерирует тяжелые боеприпасы, при этом требуется половина заряда энергии суперспособности. Механика этого мода всем хорошо знакома. Потратил половину ульты на добивающий прием и гарантированно получил тяжелые патроны. Теперь вернемся к моду преобразователь энергии. Читаем, что делает мод. Когда вы заряжены светом, использование гранат восстанавливает энергию суперспособности, потребляя все заряды света. Чем больше у вас зарядов света, тем больше энергии вы получаете, максимально до 50% суперспособности. Также этот мод отнимает 10 единиц вашей дисциплины, чтобы вы уж совсем гранатами все не заспамили, так что это такая попытка немного отбалансить мод. В общем-то, для его использования нам нужны как раз те другие моды, которые позволяют накопить заряды светом. И да, если ты не понимаешь, о каких зарядах светом идет речь, посмотри мой ролик об этих модах, иначе это видео пролетит мимо тебя. А ты же хочешь бесконечные тяжелые патроны, правильно? Для накопления зарядов света я использую мод «Подзарядка», который дает мне заряд за подбор сферы света от ульты или от абсолют оружия. К нему в пару обязательно устанавливаю мод «Заряд заряда», который усиливает эффект первого мода и дает мне вместо одного заряда света сразу два. Плюс еще в другую шмотку ставлю мод «Супер заряд», который позволит получить два дополнительных заряда светом с ограничением до 5. Так мы установили моды, которые зарядят нас светом. Установили сезонный мод и мод из артефакта. Теперь время посмотреть, как это работает. Вам достаточно убить 4 слабых противников из абсолют оружия, создав тем самым 2 сферы света, подобрав которые вы получаете 4 стака заряда света. После чего бросаете гранату в противника, и в этот же момент срабатывает тот самый мод «Преобразователь энергии», награждая вас большой порцией ульты. После этого вам нужно лишь добить любого противника, потратить только что откопленную половину вашей ульты и получить заветную пачку патронов. Такое комбо будет отлично работать на любой PvE активности, особенно включая те, где запас тяжелых патронов для вас критичен. То есть в новом подземелье, в гамбите, в сумрачном налете, да где угодно. Так что надеюсь, что уж такой билд точно поможет вам забыть о том, что хэви могут когда-то закончиться. Если тебе понравился этот билд или ты хочешь, чтобы я чаще рассказывал о таких наборах, поставь лайк этому видео и подпишись на канал. Спасибо за просмотр, удачи!